Телеканал 24 ДОК представляет. Малейшая ошибка. Сидней. Потеря внимания на долю секунды. Париж. Полмиллиметра. Нью-Йорк. И ты можешь лишиться жизни. Зачем вы это сделали? За утро это уже тысячное зачем. Ни зачем. Жизнь без страховки. Мечта на грани безумия или самая громкая авантюра 20 века. Это было так красиво, словно он шел по облаку. Там точно кто-то есть, на канате, между двумя башнями Всемирного торгового центра. Не пытайтесь повторить. Лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Посмотрите, канатоходец. «Человек на проволоке». 17 марта в 23:00 на 24 ДОК.